На конкурс дети читают стихи Владимир Орлов «Снежная баба», исполняет Халявина Арина, город Ижевск. Порой за себя мне бывает неловко, торчит у меня вместо носа морковка, ведро на бекрень на макушку надето, на шее платок непонятного цвета. Но мне унывать не дают ребятишки, смеются девчонки, хочет мальчишки, Наташки и Сашки, Егорки и Жорки, как снежные шарики катятся с горки. И я улыбаюсь от уха до уха, ведь я не какая-то злая старуха, поэтому любят меня ребятишки, румяные Гришки, Маришки и Иришки. Недаром сегодня сказал мне Сережа, что на Снегурочку чем-то похожа. Конечно, приятно, но верится слабо, я просто веселая снежная баба.